Земли наши обширны, а порядка в ней нет, вспомнил я первую древнерусскую летопись. Ничего не изменилось. Чего сидим, отдыхаем? Дом у вас хороший, я серьезно говорю. Судя по тому, что творится в Москве, вам надо объявление дать в разных клубах ночных московских, что деревня Содом приглашает на уикенд. И вы тут бы туризмом жили. Не надо, у нас очень тихо и спокойно. У нас вообще спокойная деревня по поводу того, что пьянок. Вот есть сейчас вот здесь в России деревни спиваются. У нас еще этого нет. Мы сейчас не занимаемся этим делом. Не занимаемся этим делом. А кто, молодежь разъехалась, да? Да, молодежи нет. Сегодня старики стали здесь. А как вы здесь живете, на пенсии и на хозяйстве? На пенсии. Че больше? Доживам до могилы, че ты? Да вы что, отец? На че? А больше чего? Как проехать мимо деревни под улыбчивым названием Лох? Доверчивый простак, которого все обманывают. Сегодня в России это стыдно. Сегодня здесь в героях проходимцы и кидалы. Жители деревни дорожные указатели сняли, да и живет здесь совсем немного людей. Хотя когда-то, судя по погибшим на войне жителям деревни, это было многолюдное место. А то, что деревня называется Лох, не смущает? Нет, просто название это Лох-то. Ну, народ смеется, наверное. Некоторые, вы приезжие, иногда говоришь, это Лох. Ты что, ёпт, это раз такое имя. Ну, старые имена. Так что, нечего обидеться. Давно здесь живете? Почти 20 лет. О, так вы местный практически. Да, вроде. А откуда сами приехали? Из Грузии. Мы азербайджанцы. А почему решили уехать? А что делать-то там? Работы нет. Нет. Что-то. А здесь что? Что кое-что вот это работа есть, спокойно живешь. Слава Богу, пенсия нормально дает. Как вас зовут? Вахид. Красивое имя. Спасибо. Дай Бог, что голодный будешь. У нас, мы же люди же, должны уважать человека. Приглашаете поесть? Да, конечно, что вы. Приглашаем, посядем, разговариваем, поешь. И, пожалуйста, счастливо вам пути. Но я шел в Раменское, к Александру Ступникову, личному фотографу Всероссийского спортивного клуба «Спартак».